Хай, Джейс, это сервер Advance RP Orange, третья серия, и со мной Маркус. Йоу. Йоу. В общем, мы покупаем сейчас телефон, но у меня уже телефон есть, он купленный. У меня нет, у меня ничего нету. Джеймс Бич. Я Бич, да, Бич, полный Бич. Этот кирпич. Бай, да, а не, ничего не надо. Мобильный телефон 170. Мой номер 245. Так, закрыть. Теперь... Так, используйте кал, номер телефона, чтобы сделать звонок. Бай. Оба, они цепляют, число 1. 8. Бай. Изменить номер... Изменить цвет телефона, аптечка, фотоаппарат, букет цветов, трость, парашют, лотерейный билет, маска. А где купить часы, кстати? Изменить часы, цвет. Я не знаю. Синий, оранжевый, серебристый, розовый, красный, зеленый, темно-синий, желтый, белый. А, давай желтый, типа он как золотой будет. О, 200 баксов, вы шо? Сдирайте последние бабки. Букет цветов. Хочешь, я тебе подарю цветы? Спасибо, нет. У меня свои есть. Маска. Тростью хочешь? Дам пизды. По жопе, блядь. Сука, отпиздью. Отпиздью. Я тебя отпиздью тростью. Ты в жопу мне засунешь. 450. Погнали в магазин, короче, одежды посмотрим, что там. Подожди, пошли, блядь, я устроюсь на что-нибудь. Давай, устраивайся, на что ты будешь? Такси? Не знаю, блядь. Да, скорее всего, подожди. Давай на такси. Короче, вот такое у нас большое такси. Такси для семьи. Семейное такси, такое. Мы отправляемся. В общем, блядь, таксист. Оу, третьего левела. Джопер. Давай подберем бичи. Да ну не надо, зачем? Мы ж бесплатно едем. Поехали, что ты гонишь? Погнали, купим. Подожди, блядь. Я ж не знаю, здесь одежда. Бинго, 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 бинго. Самый дешевый магазин в гетто. Самые санные боссаны. Магазин в гетто. Самый дешевый магазин в гетто. Да хули на максималке, ёптвою мать. Похоже, типа я на славянском говорю. Нет, ну нихуя. Это самый дешевый магазин в гетто. Похоже, не? Не нахуй. Я так хотел научиться говорить по-славянски. Блять. Ооо, такси чуть-чуть переборщило и решило, блять... повыебываться, короче, заехать на крышу дома, блядь. Ты, наверное, перепутал, чувак, это не БМ. Что это за змейка? Почему ты едешь именно так? Почему ты не едешь как нормальный бичи? Что ты мутишь, пацан? Что ты делаешь в натуре? Поехали, говорю, нормально. Блядь, некуда еду. Бинку находится возле Grove Street. Ты едешь. Да я знаю, где ты она. Неправильно ты едешь, так что тебе надо, знаешь, что сделать? Че, блядь, будешь мне еще учить, сука? Тебе надо выписать штраф, сука. Круг, блядь, сделали. Пизда, змейка, нам семейное такси ебашит змейку. Это, короче, не такси, это такой большой червь. Гля, поезд. Он уже дымится, блядь. Кто, поезд? Червь даже, блядь. Червь. Блять, что не лагает этот червь? Лаганный червь. Не снимает поближе. Знаешь сколько? 5500 твой скин стоит, блять. Ого! Почему нельзя продавать скины? Коробочник 5500 стоит, блять. Next, 5500. На самый дешевый такой из людей. Угля, 5500. 19000 бомж! Блин, дай мне по-братски, короче, 600 бак. Косарь, дай мне, пожалуйста. Нахуй, работай, блин. Ебать, 19 штук, ну нихуя себе. Тебе нахуй-то зачем? Дай мне, я куплю себе скин. Да нет, блин. Поехали, мать. Добрый бич Маркус дал мне 600 баксов, и я покупаю себе...
вот такого вот парня. Где он, где он? В общем, скорее всего, мне на лидерку не получится встать, потому что лидерка на адвансе с 12 левела. И хотя я не знаю, я заполню... О, блядь, ну здесь все равно какой-то... Ладно, пошли. Офигенный, и... гля, какой вообще. Не знаю. Я хотел за 19, слышишь? Я хотел за 19 купить. В общем, то, что я хотел, у меня, скорее всего, не получится, потому что здесь нужен плюс 12 левел, а у меня только плюс 2, ну скоро, я считаю, на 3 и уже завтра встану левел. Вот, и... Я не знаю, конечно, поставят меня, не поставят, но заполнил я, думаю, шикарно свое заявление на лидерку. Лайкать не надо. На счету недостаточно средств. Пополните баланс мобильного телефона. Можно в любом банкомате. У меня 35 гривен. Как я не привык просто быть бомжом? Я привык быть мажором, блядь. На этой самой калифе. Ну, чувак, это тебе не калиф, так что... Я думаю, можно на этом закончить. Чё мы пошопились немного, ночной шопинг. Короче, в общем, на этом все. С вами был Джеймс, и диджей Зикс, и Адванс Ориндж. Всем пока. Да, адиос, амигос.